А вот под этими березами, Ребзя, растут вот такие кто? Подберезовики, я думаю. О, там у нас белые грибы. Немножко зверобоя. Не, ну это точно, ребята, подберезовики. Так, вот этот староватый. Сейчас я его почищу, скажу, стоит ли брать вообще. Этот более-менее. Вот этот вот самый хороший. Этот, наверное, точно берем.